Мы продолжаем наше мероприятие. И сейчас я хочу пригласить Анастасию Хаутову, которая вам расскажет о нашем проекте. Вот вы могли читать об образовательном проекте, который мы вместе проводим с Мурзилкой. И называется «Концепция воспитания культуры человека через изучение практику боевых искусств или физической культуры». Вот. Поэтому послушаем Анастасию, и после ее небольшой речи мы начнем наше занятие «Мурзилка на планете дзюдо». Ребята, а любите ли вы дзюдо? Да! Вы представляете, однажды Мурзилка наш тоже случайно попал в зал. Ему прислали письмо на почту. Он увидел это письмо, его пригласили в зал дзюдо на праздничный фестиваль. Что такое фестиваль, Мурзилка знал. А что такое дзюдо, к сожалению, нет. Вот он пришел в зал, увидел таких красивых ребятишек в белом кимоно, в синем кимоно. Ему, конечно же, тоже захотелось кимоно. Думал, неужели мне тоже вот когда-нибудь удастся одеть такой красивый костюмчик? Ну, как вы, наверное, понимаете, как бы кому костюмчики дзюдоисты не одевают, правильно ведь? Только настоящим, таким избранным спортсменам, как вы. И многие-многие другие. Так вот, однажды Мурзилка побывал в нашем зале, и в зале дзюдо он в него влюбился. И рассказал об этом всем своим большим, взрослым руководителям, которые знают о том, которые пишут журнал, которые сдают журнал уже огромное количество лет. Сколько лет Мурзилке-то? 95. Вот. Так вот теперь, ребята, благодаря такому чудесному проекту, как образовательный проект «Концепция воспитания культуры человека», наш Мурзилка будет дружить еще и погружаться на такую планету, как планета дзюдо. К этому проекту будут подключены еще другие единоборства, всякие разные. Какие вы знаете еще единоборства? Айкидо. Айкидо, молодец, а еще какие? Карате. Карате еще. Самбо. Мальчик. Ниндзюцу. Ниндзюцу, наверное, хотел сказать. Удо. Удо, еще. Бокс. Бокс, конечно. Как без бокса еще? Да, взрослые, вы знаете, какое единоборство? Джиу-джитсу. Так, ну а самбо почему-то не назвали. Да, много. А вот эти вот, которые в таких же белых танцуют, можно назвать, но при этом борются. Тоже есть. У них такие белые, они вот так вот ножками. Раз, раз, такие веселые, красивые. Кто назовет? КПУ. Да, КПУ. Вот, ребята. Так вот, наш Мурзилка будет теперь разносторонним. Он будет теперь себя узнавать и посвящать себя в направлении борьбы человека. Но и данный проект, он, ребята, не только направлен на то, чтобы Мурзилка узнал о таких мощных фундаментах и таких, как это сказать, об таких мощных организациях, как боевое искусство, но еще все, представляете, чтобы все узнали, что такое быть борцом. А борец же он какой? Он идет нашему дзюдоисту, он идет каким путем? Кто знает? Наш борец дзюдо, каким идет путем? Совершенство. Путем совершенства, а еще каким путем? Вот он наступает по татами. Мягкий путь, да? А мягкий путь по жизни он какой? По жизни могут встретиться и мальчишки-хулиганы, и девчонки-капризули, да? Могут встретиться друг, который вдруг в какой-то ситуации предал, правда? А может быть встретиться хороший друг и верный, с которым пройдете по жизни. Так вот, дзюдо и другие боевые искусства, они этому пути учат. Так вот, теперь наш Мурзилка, он будет вместе с нами учить всех на планете, не только на планете дзюдо, и вообще всех на планете, тому такому мягкому, хорошему, правильному, грамотному пути, по которому пойдет каждый из вас и каждый человек. Так вот, ребят, будет неправильным, если мы все в красивых курточках, а наш Мурзилка без кимоно. Правильно? Это неправильно? Давайте попробуем сейчас нашему Мурзилку тоже посвятить, чтобы ему было не обидно. Мы на него оденемся. Давайте так, смотрите. У нас Мурзилка с виду-то молод, да, так-то он уже все-таки опытный. Ему-то не 5 и не 9, а 95. Сколько еще раз 95 лет? Давайте мы ему знак почтения. Он тогда заниматься не сможет.
Но черный пояс это не значит, что он остановился в своих, в своем развитии. Черный пояс это значит, что он наоборот встал уже на путь прям пожизненного совершенствования. Понимаете? Ну что, даем ему черный пояс? А давайте спросим Мурзилки, готов ли он на черный пояс? Мурзилка, а ты готов на черный пояс? Конечно, готов. Тогда давайте хотя бы для фотографии оденем ему черный пояс на его такой вот... А мне тоже можно для фотографии? Прекрасный. А я готов для фотографии. Папа, то что сейчас побежишь домой, я прав? Да. Так что, ребята, скоро времени. Ждите на страницах, на просторах журнала «Мурзилка» и на просторах журнала «Планета Дзюдо» нашу потрясающую Мурзилку уже в кимоно и с поясом. Да? Ждите рассказ. Ну что, кто готов принять участие в нашем небольшом занятии, после которого мы съедим небольшой торт? И после которого мы выпьем небольшой чаек. Готовы? Да! Хорошо, отлично. Ну тогда. Мурзилка, ты готов? Мне уже 95 лет, все. Ну ты тогда будешь понаблюдать за процессом. Хорошо, ты говори. Мурзилка с нами. Ну я же говорил, у него спина не загнется. Крест. Да.